парень из Баренбурга, мексиканцев, у него тренер, старенький. Он увидел в этой футболке, когда я массировал, это перед боем с Мартинесом, когда я готовился к Мартинесу. Он говорит, ты капитан Пуэрто-Рико. В смысле? Я говорю, капитан Америка. Он говорит, нет, Пуэрто-Рико, посмотри, какой флаг Пуэрто-Рико. И я после этого стал капитаном Пуэрто-Рико. 8 апреля капитан Пуэрто-Рико снова выйдет в ринг с пуэрториканцем. Right.